сборная команда КВН Иркутского авиационного завода «Иркут», город Иркутск. Команда Иркутского авиационного завода, филиала открытого акционерного общества, научно-производственная корпорация «Иркут». Полетели! Чао народу с авиазавода, как лошадь каждый день пашу. Everybody work at me and you. Чао народу с авиазавода, я в Минске первый раз кричу. My love to you. Это что такое? Наша задача представить предприятие в Минске. А вы тут что устроили? Станислав Андреевич, что у вас на голове? Ничего. Прикройтесь. Лысым людям не место в молодежной игре. А так? Наша задача представить предприятие Международной лиги КВН. Впервые в Минске секретный иркутский авиационный завод. Я повторяю, международный. At the first time in Minsk, the secret Irkutsk aviation plant. Plant, завод. Так, хватит уже, переходим к выступлению. Показывайте, что вы там приготовили. Слесарь мычит, механик молчит, мастер шипит, фрезеровщик бубнит, токарь кряхтит, технолог сопит. А как кричит начальник? Я вам сейчас едеть! Ты куда едеть? Ёшкин кот едеть! Как кричит начальник? С работы вы куда пошли? С работы вы куда пошли? Куда детали понесли? А ну прекрати! Пошел вон отсюда! Вы что, тут решили революцию устроить? Не революцию, а контрреволюцию! Так, хватит! Ты кто такой? Я накачанный мужик в синих штанах с синей повязкой на башке. Чем накачанный? Пивом. А ты кто такой? Пивом. Каким еще пивом? Каким еще пивом? Белорусским. Все, идите отсюда. Ребят, ну неужели у нас нету ничего про жизнь обычных заводчан? Есть! Песня «Крик души» любого заводчанина. После работы не выпить с друзьями, на улице пить мне жена запрещает. Дома же выпить водочки не с кем, а пить одному мне неинтересно. Ах, если бы пила моя жена, какая жизнь настала бы тогда. Ну все. Вы дебилы. Вообще-то среди нас нет дебилов. Как это нет? Пиво, авиацион, плент. Что за вива? Что за авиацион? Что за плент? Плент, завод. Ну что на сцене делает Фидель Кастро и Че Гевара? Мы пришли вершить революцию. Какая революция? Товарищи, прекратите это безобразие! Хватит уже! Ну что происходит-то? Станислав Андреевич! Из Иркутска мы примчали, чтобы вы...
И вот именно эти люди строят боевые истребители. Команда Иркутского авиационного завода. I believe I can fly. I believe I can fly. Ни кочегары мы, ни блотники.